Итак, всем привет! Это новый обзор от Федора Гранжи, то есть меня, терминвоксиста. И сегодня я хочу продемонстрировать качество записи с моего комбика одним из тембров. У меня стоит ламповый микрофон Октава МКЛ-3000. Вот, видите, направлен на динамик, который здесь тоже вы видите. Терминвокс у меня все тот же. Это Moog Interwave Termin. Вот. Микрофон. Комбик. Сейчас я продемонстрирую вам одну из гамм. Просто сыграю гаммы. Никаких произведений не буду играть.